Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Гектор. Остановились мы с вами в прошлой серии на самом страшном месте. У нас стал появляться Гектор. Такой вот непонятный богомол, который нас очень сильно напугал в прошлой серии. Так что давайте искать выход из этого места. Хмаля, мы где вообще? Я напоминаю, мы находимся в Гренландии, где-то под землей, в какой-то станции, да? То есть, как это называется, даже лаборатория, в которой вели всякие эксперименты. Наш главный герой, он был частью этого эксперимента, и вот так вот у него сложилось, что у него теперь голова все время болит и все время какие-то глюки. И он пытается от них избавиться, пытается выбраться одновременно. Такой вот сюжет. Блин, уже страшно, ёбов, ну что за хрень? Куда-то в новое место попали, да? Я такого места не помню. Может, тебе еще фонарик взять? Мне кажется, так лучше будет. Да хрен с этим фонариком. У нас одна батарейка осталась. Ух ты. Мы здесь были или нет? Хреново. Да были, наверное. Мы же встряли, помнишь? Нас да, 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 да. Мудак, так я и говорю, он нас очень сильно напугал тогда. Вон там, смотри, лекарство лежит. Хорошо. Сколько лекарства? 4 лежит, так. Трайбаныч. Ифе жрём. Все сожрал. Молодец. Это что, ничего, да? Какая-то пепельница. Кто-то там уже орёт. Включай фонарик. Рукает. Это звуки, если что. Я очень испугался. Всё. Да, это звуки. Фу, еб, страшные твари. Что это за место? Ну, генератор. Тоже генератор, нахуй. Вырубим всякую хрень. Что нам здесь надо сделать было? Хоть бы этот мудозвон не появился. Игра идет по кругу, так что мы никак не заблудимся, ничего не будет, мы все равно придем к тому же месту. Опа, засмотрим, мы водичку можем заходить. Да иди ты на. А до этого не могли, да? Нет, не могли. Да, и кстати, вот есть такая закономерность, то есть, я не знаю. Ой. Ой-ой-ой. Мудозвон бегает. Да почему он бегает и все время с нами? Так он, наверное, туда пробежал или как? Капец, а что он здесь? Просто так шишарит? Так, наверное, просто бегает, да, по своим делам. Мы ему нафиг нужны, у него свои дела есть. Капец, да не нужны нам твои дела вообще. Он занятой человек. Ты мудак-то, ё-моё. Так вот, я пока не знаю, точно ли это закономерность, но если ходить, а не бежать, то как бы будет вероятность того, что он на нас не будет нападать, возможно. Ну, как-то мы его поменьше будем встречать. Что это? Чудили. Кнопка. Можешь нажать? Сейчас посмотрим. Да ты клещ, что ли? Кабдес, ну ты гниль! Подобрался сзаду, взад около стая. Он чокнутый, что ли? Что он к нам пристал-то? Жесть, такой стихаря, а? Вообще. Зад вставил пистон. Вот это наглость вообще. Вот это такой самый наглый скример. Такой он подкрадывается к тебе. Да, вот он сегодня... Капздец, он оборзел вообще. Он сегодня решил новую методику против нас использовать. То есть мы бегали, и он бегал. Мы крадемся, и он крадется. Вот такая вот ситуация. Жесть, ну ты фу, да. Ну меня это больше напугало, чем даже его нападение. А я сначала подумала, мне это тоже приглючилось. Вот, то есть нет. Не, я думал, значит, подкрался там что-то козлина. Значит, он в любом случае будет за нами бегать. Может, свет не надо вырубать? Да я не буду вырубать света.
Вообще, вот это ужас, кошмар, шмель какой-то. Страшно, жесть, у меня аж внутри что-то там случилось. Я думал, что он отойдет, думаю, ну ладно, ничего, буду ничего делать. Крадется такой, видел, да? Клещ долбанный. Я говорю, мы бежим, и он бегает. Мы крадемся, и он крадется. Вот такая вот получается. Я не хочу его видеть, капец. Я думал, что игра будет просто, мы должны потупить, побегать. Запустить. Здесь какая-то красная кнопка. Дубль 2 к лифту, да, называется? Все сохранилось. Все, я не буду, если что, смотреть. Мне этих подползков не надо. Вот бы от него избавиться, это как-нибудь, он надоел. Да никак, уже. Это вот в голове у главного героя, вот этот монстр, он... Точно он в голове у него? Да, он у него в голове, я так думаю, это его страхи какие-то. И он просто вот... Дверь может открыть? О, он вообще ничего не видит. Тихо, это я знаю. Как я не хочу его видеть, капец. В воде его не было слышно, кстати, ты знаешь об этом? Значит, это, наверное, все-таки наши... Наши глюки. Чего? Ух, страшно-то как, ёбо. Я говорю, мы медленно идем, и он медленно за нами. Ну, я вот даже не видела, что он может еще и по полу ползать. Это вот неожиданно уже. Опять сюда приперлись, ёб твою налево. Нет, тогда играли, не было страшно, так а сейчас что-то капец страшновато. О, батареечка. Собирай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит, 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 бежит. Он на самом деле уже нас поедает, просто мы этого не видим. Ну что? Тихо. Что делать будем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, тихо, он мудак прям здесь. Вот его зад вонючий. Ёп, это же за палка у него торчит. Пупок, у тебя что торчит? Ты что так вот... Обалдеть, он нас... Да ёп... Я думал, это палка, это твоя... Клешня. Ну что за хрень-то? Он нас не видел, представляешь? То есть, я не знаю, видел он, не видел, но он рядом с нами стоит. Он не дает ничего сделать, вообще не пройти игру нахрен. Это сифилис ходячий, а? Да, все. Да пошел нам... ты взад, буду бегать нахрен. Чего здесь нахрен? Он нам покоя теперь не даст, это точно. Опять эта хрень. Так, вот это мы помним, была разломана эта штука. А почему она здесь, не понимаю? Она была разломана, да? Мы думали, что же с ней можно сделать. Пойдем сюда, ну что это такое? Ой, что такое? Смотри, мы уже в другом месте появились, да? Блин, он нас не видел, надо было валить оттуда нахрен, да, получается? Да, может быть, как-то спиной надо было пройти, фиг его знает. Вырубить. Давай вырубим. Она и так выпущена. Ищи, где следы будут. Следы. Идем. Да, что-то звук у нас пропал. Может быть, это в самой игре он пропадает? Ой, появился действительно. Я говорю, это, наверное, в игре такие спецэффекты. Может, вот звук, паника. О, опять эта херня, смотри. Да, слушай, ну давай. И опять крадущийся Гектор. Из ниоткуда. Молень. Включись, хрень! Уберись фонарик нахрен. Да уберись ты, мне не нужен твой фонарик нахрен. Как контри убрать его? Садись. Контряк нахрен. Чё она не запускается-то, ебал? Да, таблетки, кстати, не помогают, если что. Фуфло это все таблетки.
Блин, я думал, это он шланг. Вот здесь. Да. Смотри, не дают ничего это, ни черта сделать. Где эта гниль? Дышит, слышишь? Да слышу, да. Вон он там ходит. Ты задолбал ты. Почему ты появляешься? Ходит, ходит. Где то? Да ёб твою налево, ты ж там только да, что был, просто, дурак. Да, ну просто, да, он прибежал. Ты на самом деле не волнуйся, это всего лишь твои страхи. На самом деле этого всего не существует, и надо просто как-то не думать об этом. Ага. Это ты кому, мне? Нет, это я главному герою говорю, да. Да? Правда, он меня не услышит, конечно, но... Мы из-за него болеем. Ёб твою налево, что делать-то надо? Непонятно, что тут делать пока. Лампочки дрожат, значит, он где-то здесь. Ку-ку. Мудак, ты там? Тихо, тихо, тихо. Без паники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Здесь, здесь, козлина, здесь бегает. Фонарика же нет. Ух ты! Ну ты клешня, ёбу. Да. У тебя клешня как клюшка, нахрен. Задолбал, ну ё-моё. Дай пройти, нахрен. Бегает, бегает, ищет тебя. Где он там? Он так живет своей жизнью. Чибис, давай. Пока... О, что там такое, батареечка? О, батарейку нам оставил. Вот кто нам оставляет записки, батарейки, лекарства. Молодец какой. Старается, видишь? Оставляет. Да не иди, не иди, ты, ё-моё, не иди. Где он? На батарейку свистнул. Чё ты батарейку-то не берёшь? Ой. Сразу свет. Как здесь опять подохли. Фу, неожиданно. Страшно, страшно очень. Да включай ты свою зипу. Вообще жуткая игра, очень жуткая, если честно. О, смотри, здесь уже коридор прямой. Так, фонаря, что там у нас есть? Побежали. Две батареечки, да? Так, а что, мы здесь мы не были, да? Да. Значит, какая-то дверь откроется. Что здесь за хрень нас ждет? Коридорчики. Да иди ты своим, пук-пук. Слушай, игра страшная, как Дунгионыч, по-любому. Ну, просто здесь звуки, да, очень много всяких звуков. И, скорее всего, эти звуки пугают. Там долбаный лифт. Что ты нам все ехать-то не даешь? То есть, что, это батарейка была? Где? Ну там, вот, да, заходи, где-то вот, повернись. Вот, ой, да, вот он. Бери батарейку, фриц. Фонарян. Фуфел от бегающий, нахрен, задолбал уже.
Тебе, наверное, надо что-то сделать, чтобы этот лифт, ну, поехал там, или что-то отключить, или включить, наоборот. Может, как-то починить. Давай теперь включим. Пожалуйста. В ту дверь заходил? Не открывается, да? Не, ни хрена не открывается. О, кляча заговорила, зашибись. Там такой койки долбаные. Да. Здесь какие-то кровати стоят. Вниз? Дорога вниз? Пошли вниз. Вот наша водичка опять. Водичка? Так, иди, чё ты не идёшь? Не идёт? Не идёт. Ого, так, значит, вот этот проход тоже должен открыться будет, потому что там тоже он открывался, значит, надо побродить. Койки. Пошли туда сходим. Пойдем сходим. Опять сюда приперлись. Здесь игра зависит от того... Давай закроем. Кругами ходить надо нахрен. Все, и тогда что-то запустится. Фонарь сгорел. Угу. Все, уже нет, да, батареек? Пошли еще кругалек. Здесь много. Это какие-то новые, да. Это уже, значит, все идет правильно. Блин, страшно, ебал. Что-то нас Гектор прищучил. Задолбал. Вначале, да, а сейчас вроде успокоился. Опять мы здесь, смотри. Давай еще включим. Пожалуйста. Пожалуйте. Конечно, зажигалка не супер. Такое освещение дает. Полная зажигалка. Но что пока такое? Что есть. Батареечек-то, ёбут, нет. Вот мы опять здесь. Тю, ёбут. Крышка одета, то задета. А, мы крышку одели, представляешь? Мы оттуда сперли ее. Да? Теперь надо включить лифт. Наверное, да. И ехать, наверное. Сейчас мы найдем этот долбанный лифт. Где мы вообще? Мы вообще темнотища, камзнец. Вот этот лифт. Подожди, он включен вроде. Да, да, высыпь. Фуфел здесь надо бегать. Я ни черта не вижу, куда иду, что делаю. Вот это? Вот это мы включили. Ёппу, поехали! Поехали, неужели? А куда мы ее зашибись? Все, выбираемся, все, прошли игру. До свидания, Гектор. Может, ты можешь посмотреть, осмотреться? Смотрите, куда мы нахрен едем вообще? Точно как в Пенумбре, да, похоже? Мы там тоже на каком-то лифте поднимались. Зашибись, крышку оттуда спер. И сейчас Гектор такой по стене побежит. Помнишь, как там тоже за нами бежал? Да ну его нахрен. Ёб, точно, как ты и сказал, это он и был, по-моему. Тихо. Ну все, поздравляем, мы в новом месте. Зашибись, это класс. Мы прошли это место страшное. Сейчас у нас будет опять стрелять кто-то из ружья. Нет, не убирай. 456 закрыто. 456, все комнаты 456. Надеюсь, здесь этого мудака не будет, Гекторского. Ну, здесь его, по крайней мере, не было. Здесь был из анабиоза этот чувак, который стрелял. Да нахрен вы мне нужны эти потные двери. Пошли. Вообще не зайти, да. Вот сюда пойдем. Вот все в этом можно будет зайти. По-любому, наверное. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Значит, пойдем в другое место. Сейчас, подожди-ка. Еще 10 раз попробую, вдруг она откроется. А вот в эту попробуй.
Ни хрена не хочется. Ну зачем они столько дверей сделали? Ну, чтоб мы только тебя... путаешься. Давай, давай. Вот хоть того Гектора прошли, задолбал, он действительно прищучил свин. Приполз такой, да? Да, смотри-ка, ты действительно, я ж как бы играем-то первый раз, и в Пенумбре у нас был такой же сюжет. То есть мы поднимались по на лифте, и там этот полз такой четырехногий. Это была некролог часть как раз. Некрологи тоже было жутковато. Мы здесь были? Здесь с одной стороны двери, да? Угу. Ё-моё. У него опять там все плывет. Да блин, страшновато, если чуть дрожь идет, мандраж, как бы сказать, по телу. Ничего не могу сказать, страшная игра. Сколько тут этих занавесок вообще? Подожди. Что, это тоже двери? Подожди, а у нас зажигалка есть? Ни хрена нет. Это ж мы в каком-то еще мире другом. Ой, что это значит? Потом опять посветлело, смотри. Иди на свет, короче. О, есть. Ура, дверь открыта. Что это у нас? Чаёк, нахуй. Чаёк, да. Записку берем. И кофеёк берем. Кинг, чё? Нотас один. Давай, читай. Never should have shot that man in Kansas. He was stealing cattle from me. Ёп, спугал. So he had it coming. Два одинаковых портрета. Didn't know he was some relative of former governor Nixon, who's only the vice president now. О, напротив можно зайти в дверь. Пошли зайти. Dumb luck, I guess. Вот что? Одни и те же портреты висят. Ну, подстрашновато. Видимо, мужчина очень любил себя, да, такой самовлюбленный был и вешал свои портреты. Кто там такой? Ну, козлина, иду на. Кто-то ушел. Я же говорю, это из-за анабиоза. Ушел он, ушел он. Мы сюда заберемся. Ой-о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 й. Мудень, а тебе бегать, что ли, надо? Что делать-то, ёбка? Лабиринты, нахрен. Пойдем? Нет, лучше к нему надо. А я не знаю, может надо? Да козлина, пошел ты! А чего у вас там двое? Они все одинаковые ходят почему-то. По-моему, а куда нам идти на свет? Вот сюда пойдем. А нам на свет, а нам на свет. Свет! А мы здесь были? А, мы отсюда возвращаемся, да, обратно? А я даже не знаю. По идее, нам тот путь уже должны закрыть. Нет, действительно, обратно возвращаемся. Обратно. Ты чё? Походу, нам только туда. А что ж там делать-то надо? Да вон твои звончики бегают, там что с ними делать? Ничего, ни зажигалки, ни фонарика, ни таблеточек. Значит, вон они ходят. Чего они ходят там? Интересно, вот... Ладно, тебе-то они могут что-то сделать? А фиг его знает, можно подойти. Ну, лучше не подходи к ним. Мутня, вы меня видите? Опа, дверь, что ли? Да и хрен с ним, пускай ходит. Нельзя. Нельзя к ним подходить. Прищучил, что ли? Ёбу. Угу. Опа, ты смотри, мы в другом месте, по-моему. А нет. В этом же? Угу. А. Значит, к мудозвонам подходить нельзя. Сейчас сразу щучит. Но они специально на тебя не будут идти, но они будут ходить по своей вот этой траектории. Да. А нам надо будет тем временем выбраться куда-то. Интересно, а куда? Бежим. Мудозвончики. Тупик. Вот бы нам куда-нибудь выбраться, было бы замечательно.
Так, там тупик. И там тупик. Он не дойдет, видишь, до тебя. Ой, а может и дойдет. Шло вон. Какой-то, как будильничек. Куда ты ходишь? Как ты ходишь? Туда-сюда ходит. Может, надо за ним бежать? Нет, он проходу не дает. Да ё-моё, вы что здесь замутили? Ты куда нам топать? Это обратно. О, может сюда? Смотри, мы здесь не были. Да, все правильно. Не дойдет, наверное, не должен дойти. Блин, что ты так долго идешь-то? Пропустить его куда-нибудь. Ой. Чего? Бежим, бежим, бежим. Некуда бежать. Он там стоит. А бежать некуда. Тихонько. Чё тебе надо нахрен? Чё он делает? Он дает нам что-то? Он нам что-то дает. Пистолет. Спасибочки. Совершенно. Теперь мы вас застрелим нафиг. А, может его надо подстрелить? Смотри, у него какие эти клювик такой. Клювокрыл. Ружбас не выбирается. Чё тебе надо? Я не могу выбрать ружбас. Можно подойти к тебе или кукнешь? Привет! У меня ничего нету. Ты кто? Что тебе надо? Я взял ружбас. Ну давай, что надо? Дай нам пройти, пожалуйста. Пупок, что ты встал? А то мы не знаем, что делать. Понятно, что делать. Назад идти. Это лифт? Да, лифт. Это лифт. Спасибо. Ёб твою налево, куда ехать? Занавески закрыть. Да, походу над ним очень хорошо издевались-то, да, наверное, над главным героем. Прям какие-то супер эксперименты проводили, теперь у него кругом красные занавески. Угу. Загрузочка пошла. Да? Ждем. Ну, наверное, это загрузка такая. Все, мы здесь тормозимся, в унитазе нахрен. Вот здесь мы остановимся. Мы взяли пекаль, ну-ка возьму его. Так, у нас все есть, а вот пекаля нету. Ну, это так, наверное, просто было какое-то или воспоминание, или что-то такое. Да, вот здесь мы остановимся. Подписывайтесь на канал, ссылка в ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока, всем наслаждения. Пока.